Виктория Антонова. Я живу в Украине, в городе Львов. По образованию я юрист, практикующий, это мой офис. Живопись пока мое хобби, но как бы очень серьезное и любимое хобби. Это, ну, часть моих картин, которые исполняю в технике мастихин, а-ля прим, масло, любимый размер холста 50 на 70. Люблю натюрморты, самое любимое мое. Люблю море рисовать. Но для конкурса я считаю, что главное даже не техника исполнения, а главное все-таки идеи. Картина конкурсная должна нести идею. Поэтому для конкурса я подготовила картину. Суть такова, что на Земле сейчас очень много всякого зла, вирусов, болезней, войны, ну, землетрясения, столько катаклизмов, и такое впечатление, что нам дают понять, что человеку нужно остановиться и подумать о добром и вечном, о доброте, и спрятать свое эго, и что-то менять на этой планете. Но человек как бы испугался даже того же вируса, но тем не менее не остановился. И суть картины, что знак нам дают и руку протягивают для спасения, но времени осталось очень мало. И картина называется «Времени на спасение осталось мало». Вот такая представленная мной картина на конкурсе. Надеюсь, что она понравится и вам. Спасибо.